Всем привет, друзья! Вы смотрите SLT Fight News, и это недельная подборка лучших новостей из мира единоборств Беларуси. Итак, поехали! На турнире M1 Challenge 70, который состоится 10 сентября в Сыктывкаре, пройдет давно ожидаемый российскими поклонниками смешанных единоборств бой двух асов ударной техники, владевшими в разное время поясами чемпиона M1 Challenge в легком весе Максима Дивнича и нашего соотечественника Артема Домковского. А сейчас мы хотим познакомить вас с профессиональным боксером Иваном Баранчиком по прозвищу The Beast, парнем из Беларуси, который живет и выступает в США. О нем пишут статьи авторитетные в мире бокса издания, его бои транслируются по телевидению, комментаторы дали нашему боксеру второе прозвище – The Beast with Babyface, что означает «зверь с лицом ребенка». Статистика Ивана – 11 боев и ни одного поражения, 10 боев закончил Иван нокаутами. Следующий бой у него 23 сентября против 30-летнего боксера Жемина Ванга, на счету которого 7 побед, 3 нокаута и 0 поражений. Закончился бой Романа Крыгля на турнире в Грозном фантастической победой и потрясающим правым хайкиком, который отправил своего соперника в глубокий нокаут. Поздравляем Романа! Еще один захватывающий бой нашего соотечественника в Грозном закончился победой. Денис Гончаренок. Поздравляем! В Таллине прошла пресс-конференция, приуроченная к турниру KOK – King of Kings, турнир, который пройдет 17 сентября. Напомним, что в рамках этого турнира выступят двое наших бойцов – Максим Сподоренко и Павел Турук. Желаем ребятам отличной подготовки и побед! Закончился бой нашего бойца Дмитрия Варца в Китае. Бой против именитого и опытнейшего бойца из Таиланда Юдвича, за плечами которого 150 боев, и Дмитрий дал ему отличный бой, пусть и уступил решением. Следующий бой нашей красавицы Екатерины Вандарьевой будет на ивенте Kunlun Fight, точнее по дате и сопернику чуть позже, следим за нашими новостями. В городе Могилев открывается бойцовский клуб смешанных единоборств Start Legend Team. За всеми подробностями обращаться по ссылочке ВКонтакт, которую вы найдете под этим видео. Становитесь сильнее вместе с нами. В рамках турниров FF Championship продолжит борьбу в восьмерке наш соотечественник Эдуард Михович. Напомним, что Эдуард одержал победу на предыдущем ивенте этого турнира. Соперником на этот раз станет Сержо Вальзен. 27 августа в городе Екатеринбург прошел турнир по ММА «Ратиборец 3». На котором выступил наш боец Эдуард Муравицкий. К сожалению, Эдуард уступил своему сопернику из России. Сейчас проходят сборы в Чехии, на которых наши чемпионы ведут подготовку к турниру, который пройдет в Праге уже 24 сентября. Ну а на этом пока все. Не забываем подписываться на канал, вступать в группу, чтобы не пропускать наши выпуски. Вы смотрели SLT Fight News. Лучшие новости мира единоборств Беларуси. До новых встреч, друзья!